Добрый вечер, уважаемые подписчики. Короче, пока у него не едет, решил немного починить бомбу. Здесь у нас мост один лежал, как резервный передний. Открутил от него полуось, так посмотрел, вроде нет масла, опустил на пол, ушел. Блин, лужа. Короче, пока. Пристроился тут менять. Он купил два этих наконечничка новых. Почему? Вот это так ходит, блин, колесо на этом самом. На поворотном кулаке. Просто, блин. Некоторые спрашивают, что на бомбе не ездишь? Страшно, блин. Это самое. Попробуем чуть-чуть подремонтировать. Может. Короче, шприцевал этот кулак поворотный. Там просто капут. Короче, вот здесь вот шприцовочное отверстие. А вот это вот откручивается контролечка такая. До этого шевелил. Шар должен мазаться, шар не мазался. Вошло сюда смазки где-то 4 шприца, хотя говорят килограмм должно. И вот эта часть была нифига не пошприцована, просто крышку сняли, там, блин, мышь повесили. Короче, колхозный метод, есть ленивые вареники, есть ленивая шприцовка. То есть сверлишь дырочку вот здесь, нарезаешь резьбу, закручиваешь масленку. С той стороны тоже дырочка. Вон болтик торчит. Вон. Самое. И крышечку эту снимаешь. Начинаешь шприцевать, пока отсюда не полезет чистая смазка. То есть лезет грязище, всякое говнище. Нашприцовываю эту часть полностью. И ту часть нашприцовываю полностью. Для чего? Для того, чтобы некуда было зайти в воде. В принципе, вот на Тойоте все эти шрусы, как бы с момента покупки, вот так вот пошприцованы. Не шрусы, а эти ступицы и, ну да, получается, на передних колесах ступичные подшипники. Ни разу не разбирал, никакие сальники не менял, смазку не менял. Вот так вот нашприцевал, потом масленочку выкручиваю и закручиваю кусочек болтика без шляпки со шлицом, типа на герметик чик. И все, и ходит практически вечно. Попробуем заехать на Тойоте в какой-нибудь из тех мест, где сидел у него. Мне кажется, не везде проедет Тойота там, где сидел у него, потому что, во-первых, есть законы физики, во-вторых, несущая способность грунта. А в-третьих, у него все-таки на 1,5 тонны тяжелее, чем бомба. В общем, пока процесс пошел.